Воспитанники Мирнинской спортивной школы в августе отправятся в Сочи на подготовку к новому учебному году. А в июне и июле в учреждении будет работать спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец». Соревновательный сезон завершился первенством по спортивным танцам. В одиночных и парных выступлениях воспитанники показали, чему научились за год. Последние недели мая в спортшколе сдают контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке. По их результатам присвоят спортивные разряды. Новый сезон начнется в сентябре. С 1 сентября мы переходим на реализацию дополнительной программы спортивной подготовки по видам спорта. Она отличается от той программы, по которой мы работали в этом учебном году, лишь тем, что увеличивается количество учебных недель. Соревнования по спортивным танцам – завершающая часть подведения итогов сезона. Ранее уже прошли итоговые встречи у борцов, дзюдоистов, волейболистов, боксеров и пауэрлифтеров.